Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Лайко Гейм, добро пожаловать на прохождение криминального уборщика. Итальянская, как она правильно, итальянская работа называется у нас уровень. Это второе видео по этому замечательному кровавому уровню. Так, слушайте, я вчера... Кто там на улице? Я даю слово, что я услышал. Кстати, надо, да, будет с той стороны открыть. Здорово, чувак. Чувак, это рэпчик. Так. Повыше тебе, что ли? Ага. Нельзя открыть. Так, слушай, а вот это тут у нас... Есть на улице что-нибудь, кровь? Одна и тут. Ну-ка. Да нет, нет, давайте морозилку. А, тут еще один чувак. Чувак, это рэпчик. Что тут забыл? Угу. Красота, благодать. Стой, другую. Надо улики взять. Сразу заберем улики. Он записывал показания, смотрите. Молоток возьмем. О, господи, это мои аниме, что тут зубы дергали. Стой, не то. Смотрю, сейчас загрязнится, да, у нас швабра? Угу. Так, все, у нас три ведра, ребят. Все. Загрязнилось. Тихо. Чувак, ток ничего не пролей. А то это будет фиаско такое кровавое. Слушай, у нас же я взял навык заливать сразу два... Чистить средства же, да? Я смотрю, там два кружка. Так, ну и давайте. Так, еще это я же это взял. Угу. Сразу два средства можем взять. Так, да я стул. Стой. Замечательно. Так, стульчик. Отодвинем. И все, да? Так, лампу надо с собой, лампу всегда таскать. Но я больше не вижу крови, как бы. Так, ну, давай. Угу. На солт я можем поставить? Какой-то радио, что ли, играет? Тихо, только не пролей. Так, стой. Так, остальные ведра, наверное, сюда тоже надо принести. Так, что, 82, да? Ну вот это, наверное... Так, вот это куда штучку, дрючку? А постой тут пока.
штучка-дрючка. Потом я... Так, тут мусор, да? Так, ага, еще одна статуэтка. Я сейчас губкой их протру. Губкой вас протру, товарищи. Так, тут губка тоже надо мне будет сейчас, чтобы ничего не разбить. Так, стой. Да, тут губкой нужно работать. Так, ну-ка. У меня одна губка. Да, одна, я же не брал, да? Навык две губки. Угу. Так, попутно еще грабим. Сонька, золотая ручка. Чтобы нас потом называли. Блин, а там... Сколько? 100%? Так что, тут крови нету? Так, стой, кровь. Как бы на лошади была, но она как-то как бы почистилась. Или да, я вроде не чистил. Так. Стой, стой. Тебе куда? Ага, еще одна кассета. Так, хорошо. Так, стой, гильза. Бля, это не гильза, это бычок был. А я бычок подберу. Так, денежки. Как говорится, кто нашел, тот и все. Это что, это завтраки какие-то? Что это такое? Телефончик. Огнетушитель. Так, замечательно. Что у нас тут еще? Тут у нас глобус какой-то. Так, а какой глобус? Подожди. Какой-то глобус там еще. Опа, очки, стой, что это? Не, стаканчик просто. Стаканчик. Так, а какой глобус? Глобус какого-то не хватает, вот он. Это же ты? Угу. Так, это мы прикарманим. И все, да? Ага, это не надо, это мы не можем воровать. Так, осматриваем. Надежде. Опа, подожди, подожди. Черт возьми, лифт отдела снова сломался. Kind of secret ingredients do they keep in the basement? Ничего страшного. Ножками пройдемся. Так, ну-ка. Так, ну да, все. Надо на улицу уходить, вот это. Девку заняться. Калитку мы тут открыли. Так, слушай, я следы не оставляю случайно? Нет. И надо сейчас аккуратно эти ведерки. Хотя бы две штучки или одну штучку. Точно отнести на вот эти две, да? Это уже красная. Так, и лампа, которая... Так, где она у нас? Это мы забираем. Так, а где лампа? Лампа... Или я уже... А, она вот, в холодильнике. Я его забрал, походу.
Да-да-да, она у меня, походу. А, вот же она. Она же достали у нас, я забыл, куда ее поставил. Ага. Давайте сначала видимые у нас пятна крови уберем. Кто тут говорит? Он по идее... А, ну вот же, это он и говорит, что он закончил работу. Ну, хотя бы хоть кто-то тут со мной говорит. Ну, не считая вот этого чувака, который по телефону. Да, я понял, что ты можешь еще другие места. Так, давай мы тебя убираем. Так, а это тело я еще не отнес. Так, это у нас пустое. Угу. Мать, подожди, сейчас я тебя отнесу ко всем дружкам твоим, коллегам по работе, так сказать. Что, поехали, мать? Ох, сколько весишь, мать? Бедная девушка, этого не заслужила. Да. Всех жалко. Так, и еще одно тело, да, получается у нас. У нас еще одно тело. Так, ага, протереть всю кровь. Дайте посмотреть тут. Нет, нельзя. Нет, мне что-то показалось, кого-то можно. Так, пойдемте туда, посмотрим. Ну, да, нужно, блин, тут 10 раз, кстати, будет в конце пробежаться, посмотреть, нет ли у нас, во-первых, вот оно, последнее тело, да. Нет ли у нас, опа, тут экранник есть. Нет ли у нас дополнительная финансовая... Так, я, кстати, не могу, а чё, почему? Почему? Все, невидимая стенка. Где денежки еще лежат, может, какие-нибудь незаконные... Так, это что, кирпич какой-то простой? Так, и мы с мусором сразу. С тобой обязательно. Заберем. Так. Это секретное вообще место какое-то. Чего? Еще секретное место. Секрет нашли. Так, подожди, а как нам тогда? Чувак, ну я понял. Понял, как. Нам. Тихо. Денежка. Бедная бабулька. Бабульку-то зачем? Свидетель была, походу. Блин, а я сюда, наверное. Так, давай тебя, мать. Ничего личного, извини. Я сюда, наверное. Блин, ведра ты не затащу. Придется их ведра сворачивать. Печалька. Может, у них тут дверь можно открыть будет. Ага, фиг там. Это последним получается, да? Так.
Бестия, да. Какая-то еще художница, что ли, была? Так, а что я не могу открыть? Я, кстати, вторую почему-то не могу. Видите? Ну вот. Стоп, 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 стоп. Это же ожерелье из Титаника. Так, что у тебя тут? Бумажкой? Внуки. Бедные внуки. И сиротами остались без бабушки. Так, ладно, эту пиццу мы оставим. Блин, оба загрязненные, да? Так, короче, давайте я сейчас быстренько сюда ведерко принесу и верну. Так, фиг там я, кстати, ведерко принесу. А как я принесу ведерку? Конечно, можно поаккуратнее, но это же жесть будет. Я, наверное, сюда вот эту штуку, да? Легче. Так, слушай, давай мы еще лампу поставим сразу. Я видел. Что да как. Давайте у нас сначала шваброй воспользуемся, забьем, а, который останется у нас, мы высокого давления используем, и губка у нас еще есть. Блин, еще мусор. Поэтому да, все. Так, вот тут губка, наверное, да? Не могу, ёшкин кот, нет. Типа, тут высокое давление. Давайте губки тоже забьем. Сколько-то. Все, да, у нас все забито. Во-первых, мусор. Мне жалко, эти нельзя выкинуть. Так, бутылкой. Лазай аккуратно тут. Пляска, если она закончится, то придется мне еще спускаться будет. Еще раз. Какая красота. Главное, водичка бы не закончилась бы. Блин, разлетел все-таки. О, смотрите. Так, уберите тело. А, ну, тело бабушки осталось. Все, я понял. Колечко. Так, ну что, и все получается? Я, кстати, думал, у нас куда больше уйдет времени. Ну, типа, я подумал, 3 вообще ролика уйдет. У нас сейфа нет. Подозрительная картина висит, как будто сейф тут. Так, тут нельзя ничего открыть. Дверь тоже не откроем. Так, ящики. Так, еще и ошейник. Йо, какая мышка большая. Так, телек. Это что за телек? LG? Нет, не знаю, что за телек. И все, да? Кошатница. А где кошка ваша? Уж кто что любили? Так, эти же я смотрел, да, тут? А, ну да, ящик, где ожерелье у нас лежало через раз, который открывается. Да-да, все. Вон оно у нас лежит. Так, стойте, я на мышке нажал, у нас тут скорость. Бабулька! Вот аж тебя понесло. 100 пудов открыл окошко. Эй, вы что там, сволочи? Я сейчас полицию вызову. 100 пудов орало. Меня, видите, как свидетелей убили. Бедолага. Так, ну я уверен, что у нас тут еще 1 000 000 секретов осталось. Покиньте место преступления. Так, да, для начала покинуть, и мы всегда успеем. Давайте мы
с вами. Сейчас посмотрим просто все места. Где-нибудь, может, еще денежки у нас. Остались. Нет. Да стой, подожди. Нет, чувак. Так. Все, да? Так, и вторую швабру сразу я помою. Ага. И сразу заберу сейчас просто. Все. Давайте еще раз тут глянем. Глянем все нормально. Может быть, доллар или сотня долларов найдем. Или какую-нибудь драгоценность. And don't forget to water plants and yourself. Опа. А, ну мы это находили. Это уже находили. Находили. Чё, а чего у тебя за освещение идет? О, нифига себе. Чё? Мисс Трейк? Это Мисс Трейк, это 6, значит, я не знаю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Гитара семиструнная. Не надо ничего выключать. Все, пойдемте в ресторан тогда осмотрим. Звуки. Когда звуки, я вам дам за тот звуки. Всякий случай. Ящики. Опа, есть, 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 ребят. И есть сотка. Так, что у нас тут еще? Мы открывали? Это не открывается. Мышка беспроводная. Так, и яблоки. О, подожди, 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 подожди. Не уносит меня пироги. А, это мы открывали уже, да. Что тут написано? А, это эти. А, зерна. Кофе в зернах. Все, безделушки. Не, вентилятор. Вылечь вентилятор. Сыр, помидорчики, винишки тян. Что тут у нас? Чеснок, это же чеснок, да, и грибочки. Блин, как он прикольно все вот реально сделал, вот эти программисты, разработчики игры. И так до мелочей всяких. Прям очень приятно. Так, стой, подожди, 28, поставьте мебель на свое место. А что, это я двинул сейчас? Подожди. Что-то я, походу, случайно двинул, да? А, и 89 из доказательств. Ай, пуля, 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 я понял. Где-то пуля, походу, должна быть, да? Блин, у меня это сейчас фиаско будет. Потому что, ну, как бы я ничего не вижу. Может, в морозилке? Подожди. Да нет. Так, подожди, а что за доказательства?
Ой. Нет, это не то. Так, на улице нет, все, она именно тут где-то. Бинго. Бинго, о, все, вот это доказательство. Another proof that more people should start reading. Все, теперь точно. Так, стой. Точно валим. У вас много закрытых дверей. Так, ну я уверен, что что-то забыл, но мы сюда еще вернемся, если я что-то забыл. Давайте посмотрим на финальный счет. 57 минут у нас ушло. Ну вот два ролика как раз, да. 30 минут и 20 сейчас. Сейчас сколько? 6 у нас минут. Хорошо. Ну сейчас тут идеально впечатляюще, да? Добиваем мы. Угу. Сколько? 138. А, нет, подожди, 13 тысяч долларов. Так, 3. Ой-ой-ой, мы сюда, кстати, вот я вот про это сейчас объясню. Кстати, две кассеты еще не нашел. И два секрета. Вот видите, еще. Если я еще раз приду, но это вне записи, я еще могу 9 очков заработать. Ну, те же самые действия сделать. Если дополнительно еще, конечно, еще найду, может быть, еще даже больше 9. Поэтому, видите, здесь можно фармить, как бы, очки опыта. Угу, и в гараже мы отчаемся, да. Так, давайте наши эти 9 очков сразу распределим. Стремянка, но я думаю, пока нам не нужна стремянка. Вот видите, про этот топор я говорил. Удобный топор. Осторожные шаги, ну такой себе тоже. А, вот это как бы не обязательно. Вот тут может быть что-то. Увеличит количество используемых всех имеющихся средств, а это что? Бесконечно, да? Это хорошо. Вы можете добавить в ведро 3 имеющих средств. А по какой 3? А какой 3, если я только одно знаю? Замедляется, так, замедляет скорость загрязнения. А, ну вот это и третье, походу. Средство ядовить. Хотя нет. Раз. Ну, у нас, по идее, вот... Так, подождите. Мощь средства, увеличит способность... А, вот они, вот эти, давай, это вообще не то, я понял. Увеличит способность инструмента очищать. Хотя нет, вот она. Увеличит количество использования. А, нет, подожди, вот они бы два получается, да. Поверхностей. А, все. Что-то я поплыл, конечно. Вот раз, два, три, шесть в основном получается. Да-да-да, что-то я поплыл, не понял. Так, это мусорное ведро. Ну, с мусорным ведром тоже такое, наверное, не стоит брать его. Вместимость. Количество, максимум количество объединения мусора. Вместимость тут в основном, да. Поэтому с мусором у нас нет проблем. Это, думаю, тратить на него очки, это глупо. И вот на это тоже. Лампа, которая у нас подсвечивает, где кровь, тоже как бы дополнительную. Нам и одной хватает. Во все направленности. Я, кстати, думал, она и так во все стороны. Вот, а это что у нас? Всенаправленный фонарь. Фонарь излучает свет во всех направлениях. А тут же УФ-лампа. Может, это другая? Поэтому выглядит, видите, по-другому. Ну ладно, это нам не нужно. И дополнительный фонарь, который тоже переносной, нам, думаю, не нужно. Вот тут, в принципе, с 6, да? Вот это, наверное, как это, мойка высокого давления. Вот она, в принципе, полезная. Угу. Емкость, во-первых, увеличим, да? А вы можете носить мойку высокого давления на спине. А ты посмотри. Ну, такой себе, кстати, тоже. 3 очка тратит на это. Я просто ее перенесу и не буду тратить 3 очка. Так. А, мы только это лет можем, я понял. Увеличить радиус очистки.
Так, еще 3 очка можно, да, куда-то? Это что у нас увеличит радиус? Так, а это что у нас финальный будет? 5. Улучшенные сопло под давлением 2. Увеличивает все характеристики на 35, включая потребление воды. Ой-ой-ой. Но у нас больше нет доступных очков. Я, наверное, сюда в следующий раз вложу. И в уборку уже будем вкладываться, наверное, да, у нас тут. А так, понакидал немножко, видите, но в основном сюда еще можно вложить дополнительные очки. Так, на этом все, ребят, с вами был Лайков, всем... Слушай, я дальше могу поехать? Я сразу... Слушайте, а может еще раз поехать и быстренько это все сделать, еще заработать 9 очков вне серии? Ладно, это уже мы узнаем завтра. Всем пока.